вопрос, который мне периодично задают под видео по теме социофобии. Дима, какие мысли, о чем ты говоришь? Когда я выхожу на улицу, у меня колбасит тело, у меня эмоции. Дима, самое главное – это не мысли, не надо с мыслями работать. Самое главное – это эмоции. Социофобия – это эмоции. И мысли здесь вообще ни при чем. Да и я вообще эти мысли не чувствую, я не вижу и не ощущаю. Нет ничего, я просто вышел на улицу, просто идет бабушка, и меня колбасит. Просто идет девушка, и меня тоже колбасит. Но мыслей в этот момент у меня нет. И что делать, если нет мыслей? И вот сегодня мы об этом и поговорим. Первое, ребята, мысли у вас есть. Как это так? Оказывается, есть мысли, но при этом этих мыслей же нет. Я же точно знаю, что у меня есть эмоции, что у меня тело зажато, но мыслей нет. Как так? Да, ребята, серьезно. Серьезно, у вас есть мысли, просто эти мысли, скорее всего, эти мысли вы не ощущаете, вы эти мысли не видите и не наблюдаете эти мысли. Причина, почему вы эти мысли не видите. Во-первых, эти мысли могут быть очень быстрые. Вот так щелкают, очень быстро, секунда, доли секунды мысль проскочила, вы ее даже не поймали, вы даже ее не осознали, эту мысль. Вторая причина. У вас нет навыка наблюдения за мыслями. То есть, может быть, вы считаете, что все, что у вас происходит в голове, это естественно и это нормально, и вы не воспринимаете все, что у вас происходит в голове, как мысль. Соответственно, вы не наблюдали за собой, вы не практиковались в осознанности, и, соответственно, вы не можете разделить себя, да, вот где вы и где мысль. И третий пункт – это то, что мысли могут быть недостаточно полноценно сформулированы. То есть, вместо мысли может быть картинка. Например, что бабушка вот сейчас какая-то, да, на улице очень агрессивно на вас посмотрела. Картинка в голове включилась, а мысль очень быстро проскочила, и она, может быть, каким-то образом не сформировалась. Вы видите, опять же, каких-то незнакомых людей. Например, группа парней, большая такая компания идет навстречу к вам, и ваше тело сжалось. И перед тем, как сжалось тело, скорее всего, была какая-то картинка. Картинка, где, может быть, вас в прошлом детстве кто-то избивал. Может быть, была картинка, где кого-то в детстве избивали, и вы были постоянно свидетелем такого события. Опять же, я вам говорю, что мысль есть. И, следовательно, с этим нужно что-то делать. Потрясающе великолепная пошаговая система. Первое. Вы в любом случае сначала работаете с телом. Не нужно сразу бросаться и думать, какие у меня мысли. Сейчас я буду делать медитацию, сейчас я все сформулирую. Не надо так делать. У меня есть наработки по работе с телом. Замедление. Вы замедляетесь дыханием, вы замедляетесь сговорением. Да, то есть мы работаем с телом. Плюс помимо этого у нас еще есть состояние спокойствия. Вы прокачиваете состояние спокойствия. Все это есть уже на моем канале. Посмотрите все видео по тревоге. Все уже есть. Помимо этого, если у вас есть эмоции, вам придется начать делать медитацию. Всего лишь хотя бы по 2 минуты в день. 2 минуты в день, потом 3 минуты в день, потом 4 минуты. Когда вы пошли в туалет, можете сделать там медитацию или что-нибудь еще, а потом медитацию. Когда вы пошли мыть посуду, сделайте медитацию там. Когда вы проснулись утром, либо ложитесь спать, сделайте медитацию. Когда, и далее можно опять вставить... Когда ты ешь, спишь, куришь, когда идешь в кино. Дискотека аварии. Ваша задача немножко практиковаться. На протяжении месяца вам нужно увеличить время всего лишь на 5 минут в день. Всего лишь на 5 минут в день. И еще один месяц, еще, да, второй месяц, увеличить время до 10 минут в день. И больше ничего не нужно. И вот после этого вы, во-первых, успокоитесь. Это тоже будет влиять на ваше тело, в том числе на ваше мышление. Ну и во-вторых, вы начнете наблюдать те самые мысли, которые что-то делают с вашим телом, да, с вашим состоянием, когда вы выходите в социум. Вы начнете, наконец-то, замечать этих маленьких говнюков. Вы начнете их отлавливать и сворачивать им что-нибудь, сворачивать в любом случае. И опять, как сворачивать им что-нибудь, вы можете посмотреть технику на моем канале. Называется «Самая классная техника по работе с чем? Социофобией, да? Можете уже потом применить эту технику. Получается третий шаг. После того, как вы начнете замечать свои мысли, вы включаете именно эту технику. Но вы также не останавливаетесь. Вы в любом случае делаете что? Работу с телом. Вы также делаете медитацию и делаете вот эту третью технику. И вы обретете спокойствие. Ну и скажете мне, конечно же, спасибо. Ну и лайкусик поставите, без этого никак. И подпишитесь на мой канал, конечно же, без этого тоже никак. Пока-пока. Ну и лайкусик поставите, без этого никак. Ah.
и подпишитесь на мой канал, конечно же, без этого тоже никак.